Ты на Яре меня чуешь? Don't call me. Yeah, don't call me. Ти не наярюй мені, в мене давно інакша трубка. Нема сенсу спілкуватись, мене дуже болить будка. Я гроші вже потратив, що ти вчора заряджав. Не наярюй мені, не зрозумів, що я сказав. І забудь мої цифри, ти їх викинь з голови. Ще не раз тобі скажу, не наярюй ти мені, не до... Всем салют. Какой-то день сегодня неспокойный. Вы нормально чувствуете себя, нет? Все? У меня как-то, блядь, уже много друзей, знакомых пожаловались на головные боли. Но... Привет, привет всем. Всем привет, дядь, привет. Только пивко. Никакого больше. Крепыша пока. Бля, пытаюсь сделать тише. Делаю на другом телефоне. Бля. Смотрю, что было дальше сегодня. Думаю, к чему готовиться. Готовлюсь. Что будет дальше? Охуеться. Привет, Тигр. Салют. Извиняться не буду. Ну, может, как-нибудь еще извинюсь, но не в этот раз. Пиво без виски буду, да. Салам алейкум из Казахстана. Кто тут у меня есть, интересно? Никого из своих. Блядь, что ж у меня нос так часто второй или третий день, сука? Будешь, чтобы удачи, не знаю, вроде звали, но я что-то тогда отказался, а сейчас нельзя никуда выходить, видите, как сидим по домам. Зайзу отвечаю, конечно. Не, я был в психушке на денек, но это не психушка, а я писал, это клиника, которая рядом с моим домом, не буду сейчас здесь устраивать рекламу, все прекрасно знают, что это за клиника. Был там сутки, чуть больше, полтора суток. Мне сделали капельницу, положили в психушку. А я рассчитывал, что меня там поддержат недельку. Но так как я сам пришел туда своими ногами, и никто меня туда не клал, я сам за себя заплатил и сказал, что у меня нет денег платить за еще одни сутки. Поэтому пришлось им меня отпустить домой. Я поехал домой, сижу дома. И как советуют... Government наш. Нам лучше всем сидеть дома, потому что даже там в клинике никого нету пациентов, то есть люди боятся ложиться туда и в той клинике, где никогда нету места вообще. Да здорово, нормально. Только нервишки шалят, потому что трезвые, блядь, и никуда не выйти, не поехать, ничего ни с кем не пересечься, ничего нигде не забрать, извините меня. Немножко вот так потрясывает. ЧБД вам показать? Да, ну посмотрите, ну смотрите ЧБД, ладно, смотрите. Перевести деньги на питомники. Ну, когда на меня выйдут питомники, тогда и поговорим. Я сам питомник, блядь. Когда студийка с Мураем? С Мураем у нас есть уже студийка? Психушки не успели выписать таблы, должны были, кстати, надо заехать. Привет, док, здорово.
По Арману очень скучаю. Сегодня, кстати, день рождения моей бабушки, царство ей небесное, Тамаре Константиновне. 2 апреля, надо за ее здоровье, конечно, 100 грамм поднять, но это попозже сделаю. Фуф. Бабуля, покойся с миром. Смотрим дальше, да? Это, что было дальше? Дальше, что было дальше? Леха, давай эфир, я ей даю эфир. Пиво, по-моему, Хугарден. Да, Хугарден. Одинокий самурай продолжает дуть. Трек с Мэри Крэмбери выйдет, как только мы его закончим. Телек, этот Samsung, по-моему. Со скрипом не общаюсь. Вообще. Так. Салют. Салют. Лен, привет. Привет. А, это... Я думал, привет. Вот это... Привет, Лео. Hello. У нас карантин. Hello, how are you, Лео? I'm fine. Oh, that's good. How do you feel in Moscow? So-so. Что-то он, короче, пока не особо. Ну, что-то там. Как издеваюсь, дела? Издеваюсь над животными. Бля, я сейчас свою собаку уберу тогда просто, я с тобой... Да, то я могу так через эфир покусать. Я через эфир могу разорвать ее. Ой, убери этого пса, ты что? Опасный. Хорошо, что он с моим не знаком, а то моему пизда была бы. Да вообще, сразу разорвет. Он, блядь, за собак порвет. Притом, правда, мой боится маленьких пиздец. Да? Но он их так чисто раздавить хочет. Ну, я видел. Я смотрел. Сейчас, подожди, я камеру еще пройду. Ну, ну что, ты дома? Да. А то я что-то читал, что ты куда-то отдыхать уехал. Где ты читал? В этих, в пабликах, блядь, где? В бабских, в этой хуйне? Ну, вот в этих, где тебя выкладывают всегда. Где меня укладывают, в этих пабликах? Да, где тебя укладывают. Там специальные паблики есть, чтобы меня укладывать. Ну, да. А ты, оказывается, дома. Это хорошо. Сердце болит уже, блядь, пиздец, отвечаю. Чё такое? А? Чё такое, говорю? Да, блядь, я просто, я вчера я вообще охуел. Просто, то есть, блядь, я читаю, запишу, она мне говорит, вообще не пиши мне больше никогда, ты, блядь, ты вообще, ты ебанутый, ты, блядь, живодёр, ты никогда не... Я говорю, в смысле? Я говорю, с какого хуя, блядь? Она там, блядь, сказала, он... Выйдет, поможет, блядь, питомникам. У меня у самого питомник, блядь. Тут я вольеры, блядь, строю, нахуй. У меня собака одна в другом доме живет, одна в этом доме. Ну, то есть, если он выходит в прямой эфир, значит, у него поехала крыша. Простите его, он больной человек. Да, я больной человек, окей, давайте расскажу. Вот извини, при тебе. Я на протяжении 2 лет последних жрал антидепрессанты, серьезные. 2 недели, блядь, назад они закончились. Ну, закончились у меня. И я как бы особо не стал их мутить, блядь, впрок, типа, понял, чтобы они у меня были. И, то есть они как бы, это не то, что пришел в аптеку и купил, они по рецептам. И я их, блядь, мутил на закладках. Не сам ездил, а был человек специальный, кто ездил. А сейчас закрыли и тор, и гидру, блядь, и он не может это привезти мне, блядь, мои колеса. Ты понял, блядь? Окей, блядь, лирику, блядь, ну, блядь, как сказать еще? Сказал бы, я бы тебе из Америки привез бы.
Так, блядь, мне в Израиле ее прописали по рецепту. Мне сказали, блядь, тебе от этих скачков настроения, от твоего МДП, тебе мне выписал врач, поставил печать на рецепте лирику. Я пошел, блядь, в аптеку, дал этот рецепт, мне ее дали, блядь, с собой там сколько можно за один раз, понял, чтобы потом опять, типа, врач новый рецепт выписал. Я ее привез сюда, мне хватило на пару недель. Потом я опять, блядь, взял местную. А сейчас взяли и закрыли всю эту хуйню. Я выхожу в эфир не потому, что я обожрался лирики, а потому, что я не обожрался ее. Ну, я понял. Ну и что, какой выход из сложившейся ситуации? Ничего, слезать с нее, ну, блядь, ну, чисто вот у меня вот это, я как на вулкане всегда. Я просыпаюсь, блядь, мне... здесь я живодер, тут есть то, здесь, блядь, это, здесь вот у этого проблемы, здесь, блядь, пришли денег, ты, блядь, должен, ну, какой-то пиздец. Еще, блядь, это... сегодня, блядь... До 30 апреля продлили эту хуйню. Ну да, карантин. А что там, это, небось, тебя уже там ждут? Чего? Ну, мне кажется, тебя уже ждут там какие-нибудь там журналисты, не знаю. Меня вчера они ждали, около... они заебали. Я вчера они заебали, блядь. Да ради бога, что они нового от меня могут услышать, блядь. Давай. Ну да. Че, разведали, где ты живешь? Да, да, они всегда знали. Супер Ройте, блядь, дрон отпускали, пока мы с Кэзи встречались, блядь. Ну, короче, за тобой слежка. За нами следят. И не устаю. Ну да, пиздец, че. Бля, вот не знаю, у тебя в жизни все почему-то это. Постоянно что-то происходит, какая-то хуйня. Как этот смайлик, знаешь? Майки, то бункер, блядь. Ну да. Да правильно пиздец. Этому купу пизды в бункере дали, петушара ебаный наркоман. Я не знаю ни одного. Че передать? Да правильно, этому гуфу дали пизды в бункере, петушара, ебаный, наркоман, блядь. Просто жига, блядь. Бля. Жестко, что? Жестко, не знаю, я спокойно. Никто никого не трогаю. Позвони мне по видеосвязи, ладно, я тебе новое дерьмо поставлю с фирмы. По видеосвязи позвони мне, я тебе поставлю. Сейчас позвонить? Ну, после эфира моего, сейчас я закончу. По фейстайму ты имеешь? По фейстайму? Да, да. Да, 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 да. Да. По Сэму скучаю, да, очень. Очень скучаю, блядь. Баста позови. С Бастой разговаривали сегодня. Привет, Люцик. Так что спасибо вообще правительству за этот длительный карантин, блядь. Посидим дома, окей, блядь. Надо хотя бы с самим собой вообще язык найти для начала. А я это только начинаю делать, потому что привык его как-то чем-то поддерживать все время разговор, а тут ничем не поддержишь особо. Так что давайте еще сегодня выйду, наверное, попозже. Весь мир колбасит, да. Тима, согласен, колбасит весь мир, блядь. Ну, блядь, видишь как? На домашнем сидим. И радуемся, блядь. 14 тысяч, блядь. Надо обязательно кого-то орать и посылать кого-то нахуй, если не... Фу, блядь, аж голова разболелась. Вот мне так привычнее, когда у вас 13 тысяч. Ой. А, вот, я вас двоих хотел сказать. Мы на карантине.
Все, ёпта, у нас еще месяц, блядь, продлили. Месяц? Нам до 30 апреля все закрыто. У нас еще недельки две и будет, наверное. Да, ну посмотрим, посмотрим. Если у вас закончится раньше, чем у нас, то это хуёвый знак. Почему? Ну потому я вам говорю, потому что, значит, у вас больше Трамп там, блядь, типа действует, чем Китай. Я согласен. Кто с кем подпишет, да, сейчас? Сейчас кто быстрее догонит, блядь. Кто быстрее догонит. Да, да, братуха. Все будет ровно. Переживем и это. 90-е пережили. В 80-х мы готовились к 90-м. Да, да, да. У себя, да, брат? Да. Вот мы можем выехать только вот 100 метров, короче. А я никуда вообще не выхожу, блядь. Собака решила пройтись, блядь, на 100 метров. Не получилось. Игорь. Да, блядь. Салют, дядь. Ну, созвонимся, мы же уже созванивались. Я тебя наберу. Да, ну ладно, короче, давай. Давай, братик, давай, на связи. На давай, связи. Обнимаю. Давай. Ладно. I'll be back soon. Сегодня, кстати, день рождения моей бабушки, царство ей небесное, это Марья Константиновна. 2 апреля, надо за ее здоровье, конечно, 100 грамм поднять, но это попозже сделаю. Фуф. Бабуля, покойся с миром. Смотрим дальше, да? Это, что было дальше. Дальше, что было дальше.